Ночной тариф вводят в Улан-Удэ. Более 5000 горожан будут платить за электричество по-новому. Сэкономить на оплате смогут жители микрорайонов Стеклозавод, Шишковка, Забайкальский, Импульс, Вакжаново и станция Дивизионная. Выгодно новшество прежде всего для тех, кто пользуется электроэнергией ночью. Например, подключает теплые полы, теплоаккумуляторы и бойлеры. Вообще в российском законодательстве предусмотрено, что в некоторых регионах могут быть предусмотрены несколько зон, тарифных зон суток. Где-то это одна, где-то это две, где-то это три. В Бурятии мы можем подключаться как к обычному стандартному тарифу, так и к так называемому двухзонному учету, то есть день и ночь. А если общий тариф, когда он идет единый для любого времени суток, у нас составляет 3 рубля 59 копеек с 1 июля, то при переходе на двухзонный учет ночью становится выгоднее, то есть там 1 киловатт-час равен 1 рубль 77 копеек, то есть это почти там 43% выгоды. Сэкономить помогут интеллектуальные приборы. Новые счетчики установят на ближайших к домам опорах. Пользователи смогут следить за показателями через специальные дисплеи. За сутки специалисты устанавливают более 30 таких аппаратов. Подключить всех потребителей планируют к концу года. Деньги на это выделяются в рамках федерального проекта «Чистый воздух». Электроотопление поможет уменьшить выбросы от печей и котлов в частном секторе столицы.